Встречайте, Александр Пахилько. И опять вы живописец, Александр, сегодня. Готовы? Да. Отлично. Удачи в финале. Спасибо. Сможет ли участник нарисовать портрет по памяти, при этом работая необычными материалами? Мы начинаем испытание для Александра Пахилько. Я попрошу ассистентов вынести 4 конверта. В каждом из них имена звездных гостей. Прошу. Александр, выбирайте любой конверт. Давайте посмотрим, какое имя вам досталось. Ольга Шелест. Александр, вы должны по памяти, не сверяясь с оригиналом, написать портрет этого звездного гостя. Для усложнения задачи, Александр, вам придется рисовать портрет в перевернутом виде и нестандартными материалами, смесью клея и красок. Таким образом, и вы, и мы увидим результат вашей работы только тогда, когда она будет полностью закончена. Вы готовы? Да. Удачи. Мы начинаем. Чем вам помочь, Александр? Спойте песенку. Я художник, я рисую все, что помню, покажу. Ольгу Шелест я сегодня вам тут изображу. Вверх ногами, это значит, у меня там борода, что ли, или что это там такое? Что за крюк там торчит у меня? Это я там второй подбородок вижу, или это все-таки шея? Это же огромный нос. Слушайте, ну это реально щетина какая-то там. Точно Женьку рисую? Вы не говорите. Мне кажется, в этом смысле мой портрет был бы самым легким просто. Овал. И рот. И рот. И нос. Очень хочется кого-нибудь попросить, чтобы подержали меня за ноги. Хочется посмотреть. Как-то. Саша, а вы сегодня без поддержки? С поддержкой. С поддержкой? Приветствуем вас. Вам как кажется? Вы лучше просто знаете взгляд Александра. Похоже на Ольгу? Да? Свет, ну скажите, что тебе, Александр, будет приятно? Я тоже переживаю за своего супруга. Мы всем желаем удачи. Спасибо вам. Спасибо большое. Ольга, ну тебя... Я вдруг испугался. А, не получилось, сказал Александр. Я вздрогнул. Осталось чуть-чуть. Вы уверены? Как бы все это увидеть? Александр, все-таки я надеюсь, что вам удалось рассмотреть Олю в самом начале, и мы увидим ее. Так. Фу, ну. Слушайте, это финальный вот этот. Да. Ой. Ух ты. У меня серебром осыпали. Как березы под окном. Фу. Да. Ну, давай теперь посмотрим. По-моему, очень похоже. Хотите подойти, Оль? Во всяком случае, с вашим платьем это рифмуется потрясающе. Правда.